Друзья, с вами как обычно Имба, и сегодня у нас будет один из самых необычных режимов. В этой кастомке вам не придется страдать от того, что вы что-то упустили на мини-карте. Ведь кроме нее у вас ничего и нету. Буквально. Необычный режим ради эксперимента. Надеюсь, что вы поддержите наши страдания лайком и не забудете подписаться на канал. Погнали! Друзья, в сети уже доступен второй сезон сериала от Netflix «Дота. Кровь дракона». Ну а у наших друзей с Epic Loot вышло к этому событию мини-обновление. На сайте 10 новых драконов. Них кейсов, открывая которые ты получишь вещь такого же цвета, как и души драконов. А для моих зрителей по специальной ссылке вы можете залутать Battle Pass Helper бесплатно, а не за 299 рублей. Прокачивая его и каждые 15 уровней получишь гарантированную награду вплоть до арканы на дровку или ДК хук на выбор. Но не забываем о самой крупной раздаче подарков – целый миллион призов. Выполняй задание и получай подарки, или раз в 2 часа просто переходи и забирай его просто так. Не теряйте время, залетайте по моим ссылкам и вводите промокод ImbaBono, чтобы получить еще один подарок и 15% дополнительно на баланс. Дерзайте. Ну, скажу по секрету, таргетные скиллы тут не работают. Понятно. Собственно, это все. Так, надо раскупить, да что-то. Сторм, не хочешь на доме? А? Не хочешь на доме? Если что, сразу предупреждаю, что танка здесь тоже не работает. А пласка? А пласка работает. Ребят, метеоры! Метеоры работают, но пуш такой себе получается. Так, ну мне получается только второй качать надо. А карта маленькая получается, да? Нет, почему? Ну смотри, как я быстро передвигаюсь по ней. Да, так будет. Нет, это обычно. Так, ну топорик, я не знаю, имеет ли смысл вообще. Все равно добивать не сможем. Ладно, я попробую. Ну, хотя бы вард можно. Да. Это реально дота версия для Nokia. Слабовидящих. Ну, я так научу играть, блядь. Вот, есть один. Пошли, долбить его. Сюда, сюда его. Кто это? Зеленый, Синкин. Скорпион, скорпион. Он сейчас по скилл уйдет, и мы его не увидим. Вот тут это. А варды не поставишь, да? Класс. Почему? Можно поставить легко. Стреляю! Я кого-то бью. Меня кто-то бьет. Я не знаю. Я минус армор даю, там прям больно. Я не знаю, я пустил сначала. А чё, куда, в кого бежать? Да, убейте, вы чё рубите? На, о! Много. Я первый кровь пролил. Да, стрелял тут. Стреляю! Чиш, плюс-минус куда-то попал. Забирал, ну здесь. Такой кайф, наверное. А не понял, где я? Как руны подобрать? Кавардем, кавардем. Да не надо, не знаю, чё. А всё, я отошёл. Ладно, я пошёл фармить. Как крипов стопить? Я что-то делал. А руны как подбирать? Вот тоже там вопросик. Как магазин закрывать? Так какую кнопку? На эскейп. Кто-то будет пытаться его давать, тебя шторми. Ну да. Сейчас подберет, нормально все. А что происходит? Я полетел. Как понять, что ты крипов добил? А как деньги пришли на счет? На карту так. У меня это пани забинжена, я не бил все 10 файт, прикиньте. Найс. Так, где она? Атаковать? А что я не могу? О, я крипа добил. Я, по-моему, тоже не атаковал, кстати, весь файт, в курсе? Блять, ну и икона. Аказы? Мне не видно ни хера просто. Просто придите к нашей руне и добейте меня, я там просто афкастаю. Почему? Потому что он не сказал. Придите к нашей руне, а какой? Не знаю. Я по траксе стреляю, хрен поймешь, попадаю, не попадаю. А что-то тут много их. Видимо, вот у этой. А, вышка меня бьет. Далеко пошел. Вау. Ух ты, Синкинга убил. Еба. Этот, Денис, дом кинь мне. Дом кинуть? Да. Ну давай. Так сиди только. Мягко. Блин, у меня как будто бы альт зажало. Так, я ставлю автоатаку всегда. Не хавай. Я не знаю, у них сколько хп вообще, а тут тракс осталось, блядь. Тут трое. Че, мать. Так, мы тут с кем-то деремся. Ай, мне больно. Я крипу убиваю. О, я убил кого-то. Хорошо. Хорошо. Да. Куда я пошел? Как сделать иконочку поменьше, слушайте, я хочу сделать иконочку. Интересно, я смогу навести? Нет цели.
А там можно? Ну и ладно. Да, 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 работает. О, размер героев на миникарте, да, как удобно стало. О, даже все видно теперь. Блин, у меня почему-то... Я нажимаю атаку, но не нажимается атака. А дальник мой. О, найс, в натуре. Изи, мой дальник. Я ничего не вижу. Не целились. Гнали по табор за ней. Я хочу спушить. Стрелу кинул в нее. Давай, я в нее кинул этот. Не ферил, я слышал. Третий. Я слышал. Она должна быть лоу, но я под этим, под горелкой, под всем залетел в ней. Она должна быть... На! Поизи. Как переагрить? Переагрить как? Насмерть. Баки, что и насмерть. До конца. Ой, я радик соберу. Имба. Все, заработал. Я курьера, оказывается, выделил. А, кстати, да, есть такая тема. Я не знаю, вроде не фармлю даже. Но я ослабо отвод. О. Бахну чисто, отводик. Где? Господи, как чем это работает? Давай убьем ее. Как я будто бы у меня какая-то кнопка зажата. Может быть. Дал скилл у нее третий. Подожди, я мечур кидаю в вышку. Я сдох, у меня очень мало хп, скорее всего дохну. На. Молодец. Снайпер. Твою ты мышь, не работают кнопки. Ты еще раз выбери своего героя. Я вообще все кнопки прожимаю, у меня ни ульта не включается, ничего. А если ЛКМ по карте наша, что вы? Не пингует все, нет? Нет, пингует. Может. Хуй. Как? Не убил. Как-то странно это все работает. Блять, контент, блять. Ок. Так, ну что, я вкачал девавр? Ну сейчас вкачаю. Жри. Я шейпу вкачал. Ребят, быстрое применение убрал, может из-за этого. Пау. Огур пришел. Кого-то убили? Угу. Что сделали вообще? Погнали, пуш, у меня есть мечор. Давай, у меня есть броня. Короче. У меня наебнулась мышка. А, привет, Яш. Здравствуйте. Здорово. Поиграл нахуй в доту, блять. Не ругайся. Ну все, а слов нет. А мы снесли вышку или нет? Нет. Я не пойму. А как сделать мини-карту поменьше героев? В настройках. А где? Настройки. А, размер героев на мини-карте, да, все, да, нашел. Да. Минимальную выкручиваешь. Да, 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 есть. Ты даже не здороваешься, да, блин? Что? Ублюдина, ты даже, сука, не здороваешься? Ну с кем тут здороваться? Ах ты хуй сосна, проклятая, блядь. На! Сюда! За мной кто-то гоняется, как угр какой-то. Меня вышка пушит. Сейчас застанем. У нас в лесу кто-то есть. Я ульту прожал. Я мечур кину, нормально. Так, я, пожалуй, отойду. А, нормально. Go next. Боже, что за трэш? О, я кого-то нашел. А, руны же нельзя подбирать, делать. Отлично. Найс, умер. Кто-то радик собрал. Ай, больно. Ой. Прям очень больно. Ты пламенем пользуешься, Серега? Нет. А зачем они нужны? Имба. Да? Ок. Это не тебя звали, это просто сказать, что имба. Понял. Там братик тоже. Опа. Свети, держи их. Кинул мечор. На. Туда. Всех убил. Сюда. Мне кажется, я до центра быстрее бы добежал, чем ТП-шился.
Я оторвался. Я керас собрал, Сарис, керас собрал. Ага, спасибо, с первой минуты собрал. А. Тоже знал, Влад, тоже знал. А трёх сторона меню нормально. Ну да, предмет это не чекнешь тут. Не, чекнешь, чекнешь. Ну, через верх только. Через верхнюю комнату, да. Ну, просто не чекал, ха-ха. Погнали, Влад. Погнали, погнали. Давай я дум дам этого второго блейда. Давай. Он меня первый кинул. Жить больно. Там Радик хавает, неприятно. Нет, тоже, но меня больше хавают. Так, пожалуй, отойду. Он в Скорпионе. Тут много их. Первый меня дал, прикинь. Как? Да, а как вообще тут зайти и что-то сделать? Я не могу. Nice. Меня тут вроде бьют, а я что-то даже и не этот не понимаю. Не, я не могу огнем шар кинуть. Вроде бы бьют, но я не уверен. У меня ульта, если что, можно пойти подпушить. Подаю. Можно. А куда я иду? А, я никуда не иду. Я никуда надо не иду. Надо сломать. А тут есть. А, давай зайдем. Смотри, показывай один раз. Че показал, не понял даже. Угу. Не, ну что ты тогда показал, кстати? Я тоже что-то показал. На мне метёл. Там СФ разультился. Да. А, это наш СФ. Я еще союзный пока что вроде. Кто-то копает. Боже, как вы их убиваете? А, вот так. Ну СФ просто слишком, там уже слотов просто миллион. Да. Две бабочки ходит, чел. Помогите пушить этот Т4, а то мне что-то больно. Лицо я им черт лакинул. Не, ну это, конечно, прям издевательство. Конечно, издевательство. Сейчас выберите СФ у мейнера. Да. О, нормально. Боже, этот рышак какой-то, а не катка. Сука, ну и дерьмо.